В Верхневолжье продолжается последовательная работа по обновлению книжных фондов библиотек и модернизации самих учреждений. В нынешнем году планируется передать 8500 единиц научной, художественной и другой литературы в 607 учреждений 38 муниципалитетов. Среди них областная научная библиотека имени Горького и Центр детского и семейного чтения имени Пушкина. Учреждения обеспечат самой разнообразной литературой – военно-патриотической, духовной, классической, художественной, научно-популярной, естественно-научной, детской и юношеской, краеведческой. Поступят также книги по психологии и семейному воспитанию, экономике и истории. В общей сложности 704 наименования. Кроме того, Горьковка получит поддержку в реализации издательского проекта «Тверская родословная». Он направлен на сохранение памяти и актуализацию сведений о выдающихся деятелях Тверского происхождения и людях, чьи имена связаны с нашим краем.